Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алексей Дубинин. И мы находимся в Санкт-Петербурге, где активно ведем съемку. Вчера был замечательный день, хорошая погода. И мы много снимали, ездили в Петергоф, были в прекрасных кафетериях, ресторанах. Все это засняли. Я записывал всякие там монологи. Вот. Ну а сейчас мы едем в Екатерининский дворец. Там же сходим в парк. К сожалению, нельзя было купить экскурсию на следующий день удаленно. Можно было только на 18 число взять, а сегодня 17. Поэтому мы будем экскурсию пытаться взять там, на месте. Просто входной билет можно, а вот экскурсию никак. Мы уже в Павловске, Пушкине там. Местные лучше подскажут, как это называть. То Павловск-Пушкин. Ну, здесь очень красиво. И вот мы сейчас едем по Дворцовой улице. Здесь, ну, это сплошной парк. Вот честно вам скажу. И здесь не нужно куда-то гнать, ехать. Надо просто смотреть по сторонам. Лавочки, деревья прекрасные просто. Улицы исторические. Здесь одна история. Сейчас уже подъезжаем к месту, ну, к точке прибытия, по сути, да. Осталось 1,9 километра. Вот сейчас будет музей, дача Пушкина. Вот она слева, вы ее видите. Вот она деревянная. Здесь жил Александр Сергеевич. Так. Здесь еще какое-то здание. Тут надо знать, где что. Здесь все реконструируется, я смотрю. Здесь памятники. Так. Очень-очень красиво. И мне нравится. Слева от нас Екатерининский парк. Вот, за ним Екатерининский дворец. И сейчас мы ищем место для парковки. Это не так-то и просто сделать. Очень много желающих. Направо. Хорошая погода. И, о, оказывается, мы везучие. Вот мы и нашли. Чтобы лучше было видно. Вы только посмотрите на эту красоту. Обалденно. И желающих полно. Чувствуется запах краски. Только сейчас проходит реконструкция. Еще видите, вот пустые есть окна. Их много. Центральная часть еще не расписана. Вот как вы видите. Вот. Там потолок, вот видите, весь белый. Он тоже будет закрашен полностью.
мы зашли в Екатерининский парк, который находится за дворцом. И здесь, конечно, открываются виды на заднюю часть дворца. Очень красиво, все ухожено, все действительно великолепно выполнено. Множество статуй в самом парке стоят. Здесь есть пруд, даже не один, я уже два вижу, но может быть еще есть. Хорошо, что заметил вообще. Он один. А вот второй. Так, что тут по рыбе? Так, рыбы. Походу нет здесь рыбы. Ну что, ловить не приеду, значит. Милена. А когда я говорила Мариста? Конечно, очень крутой подъезд, спуск с него, там вид на два пруда еще дальше. В общем, супер место. Я понял, где я остановлюсь, когда у меня все получится. Людей здесь очень много. Имейте в виду, что быстро купить билет не получится. Покупайте его онлайн и сразу распечатывайте. Это в конце парка находится, напротив дворца. Водоемы, через них идут мосты. Здесь явно уровень воды меняется. Вот здесь он выше, а вот там вот он на несколько метров ниже. Почему это?
конечно, дворцов очень много. Всех названий, конечно, я не знаю. Местные ходят. Красивый вот этот подъезд, он шикарен. Посмотрите, какая вообще чудесная штука. Так, и вот такой вид. Такой вид здесь. Чайки прошайничают. Утки тут просто везде. Статуи. В общем, хороший день, здесь зачет. Судя по конструкции, там жила охранка дворца. Потому что это типа крепость казарменная. Они поделить не могут кусок хлеба и выясняют, кому он достанется. Сейчас уже подходит мое время идти на экскурсию. Вот, экскурсовода будем там уже ловить на месте. И что будет возможно, запишу. Масочку наденьте, девушка, пожалуйста. Будет сразу готово у нас прям сейчас.
Дорогие друзья, после Екатерининского дворца и парка мы очень сильно устали, находились и поехали покушать. Мы приехали в то же самое кафе, где были вчера. Славянский дворик называется. Да, пришлось проехать примерно 20 километров, но это того стоило. Нас вкусно накормили, а главное, очень недорого. После этого мы набрались сил и решили поехать на набережную реки Фонтанки. И пойти на экскурсию по каналам Невы. В общем, сейчас мы уже на месте. Экскурсия вот сейчас 18:18. Экскурсия начинается в 19 часов. Вот, мы с нее поснимаем тоже. Это войдет в тот же самый ролик с Петергофом, но Петергоф, к сожалению, у нас только в памяти остался. Но я посмотрю, сможем ли мы вытащить это звучание более качественно или нет. Если сможем, значит, Петергоф появится отдельным роликом. Если не сможем, значит, вставлю фотографии, нарезку фотографий, которых достаточно много. Либо уберу звук, наложу музыку и так покажу чисто хотя бы вот моментами, что я увидел. Все равно этот ролик, жалко, правда. Петергоф был целью. А сейчас начнется экскурсия по каналам, и мы уже готовы.